И всем привет, с вами BlueCat. Сегодня мы будем проходить вторую часть Poppy Playtime. Это первая часть прохождения второй части. Первая часть прохождения второй. Помните, я уже снимал финал? Это был уже именно финал. И тут загрузка. Здесь лук прибавлю на максималку. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Playtime. Все, сломалась игра. Это за дьяволина. Площадку тоже сломали. Вот мама тварь. Оплачивать ремонт ей придется. Вот Playtime 1. Все, давайте скипим, надоело. Вот скипим наконец-то. Где люди? Где все? Все по кайфу, по классике. Вот Хаги. Вот Брон. Я очень просто забыла его имя сейчас. Это Брон. Недавно вспомнил, только что прям. Это обучительное для прыжков. Ну я... Я чё, маню? Боюсь. Да. Это уйти. Это обучительное, если что было для прыжков. Обучительное. Вот это обучительное. Это обучительное и всё так просто тоже. Я вчера не снимал, ведь я был в аквапарке, я вам уже говорил, в аквапарке о Лужниках. Чё? Поражи. Хаги, и не тот. Хаги. Поражи, убавлю. Что за хрень, Хаги? Ты что так пугаешь, гнида тупорылая? Ну хотя он и так и в первой части он реально пугал. Это пугающая тварь, честно. Пугающая тварь еще та. Комнаты Эллиота Людвига. Дейзи, ты нам нужна. Отчасти. Тума. Все, короче, там нужна. Ты гнида. Что, он зависло? А. Сейчас обматываю первый столб. Второй. И врубаю. Back. There's a train station nearby. Needs a code. Please do. As soon as you get on up here. Пошла в жопу.
пошло в жопу попе. Камон. Ты камон, ну-ка. Анкамон. Кстати, в Toilet Tower Defense вышло обновление. Ты бабка Грэнни. Она сказала I see you. Я первый раз слышал это слово от бабки Грэнни. Я в нее раньше играл. Канал хотя у меня появился только 2 года назад. Или в августе, короче, или в мае. Или в марте, ну-ка так вышло. Канал я куда-то полетел, я покатился. Кстати, вчера был в аквапарке. Катался на горке под названием, там такая торнадо была. Аквапарк Лужники. Эта горка там просто, это жесть. Я вам объясню. Ты ложишься вот так на спину. При желании прикрываешь вот так грудь руками. Вот тебя похоронить собираются. Кто знает эту позу? Эту знаменитую позу, позицию. Да, думаю, все ее знают. Ну, короче. Подписчики. Насчет этой позиции дело такое. При желании ты на нее, ложишься там, садишься, им отталкиваешься, всякие там старшики, саки там, все эти, они делали вот так, они просто ехали, плыли там. Они сразу, прям с разгона от перила там отталкивались, но я делал немножко все по-другому. Я там немножко спускался по еще к тому месту, где я не сильно катился, и думал, точно ли я хочу, что я еще мог вылезти тогда спокойно. Ну, потом, когда уже решал, я не ебанутый, значит, нахуй тогда очередь все это стоял. И я просто катился. Первый раз там просто спокойный поворот, двойной поворот дальше, там уже двойной он был. И уже там просто заверченная горка в виде спирали. И ты просто там плывешь со всей дури просто, как доска по течению просто, честно. Как доска в реке, вот, пробовали. И просто, и вот такое же было ощущение, что ты просто вот с такой скоростью плывешь, просто там голова заболеть может. И выплываешь уже на первом этаже, а аквапарк находился на втором. Ну ладно, все, начинаю. Продолжаю. Musical Memory. А Musical Memory это... Первое – Musical Memory. Musical Memory. Музыкальная память. Musical Memory. Это первое, что ли? Я так не знаю. Прикольно. Вот золотая тоже, помню, фигурочка. А тут уже VHS тейп. Трейн есть. Есть Трейн и Дейзи. Кисси-мисси, давай. Я стелла. Вот первая игра открылась. Нам нужно, блин, сейчас туда бежать.
сюда бежать. Закрыто. Потом прыгаем сюда. Бегом, прыгом, попрыгом, там бабуньком, все. Зеленая кассета. Я вставлю, чтобы проигрывала пока что. Чтобы не в одиночестве проходить все это. Как здесь начинать, я забыла, люди, help, помогите немножко. Что делать вначале? А вот рычажочек. Музыка красивая. Я пока что еще краску сразу, А я сразу поднести нельзя. Я могу, как Маша Медведь, кашу. Все, краска, издохла краска. Люди, вы что там? Что такой быстрый стал? Блядь, я такой быстрый. С какого момента я, блин, стал таким быстрым, что-то? Я взялся за золотую фигурку золотой руки. Ай, больно, я упал, мне больно. Блять, я такой быстрый стал. Ну, блин, что-то как-то не туда. Ну, хотя бы покрасил немножко поле тут всякого. Что, короче, такой прикол здесь. Разработчики по Playtime сделали, что можно местность покрасить этой красочкой, которая все равно нужна там для создание зеленой руки. Еще можно покрасить самому и краску покрасить, ну хотя бы красивей. Я снова, блин, флешем тут стал. Это мне что-то в комнате произошло, сквозь. У нас в Москве сейчас 30 чем-то градусов, сквозняк синий прям еще. Прям сквозняк все синий, вообще ужас. Возьми чего-то. И что мне нажимается? А вон нажмись, Леонида. Откуда мне их убрать? Куда мне тут, блин, держать нужно, драпать. Блин, что-то я боюсь уже. Сюда, вот, Medusa Memory сейчас. Бёрсдэй. Бёрсдэй с музыкальной памятью трудно. А ты гнида. Playtime. Welcome to Musical Memory. Welcome to Musical Memory.
Добро пожаловать на музыкальную память. Она проверит, что это ваша масса мозга. Вам нужно запомнить цвета. Красный, желтый, зеленый, там какие-то синий. Нажимайте на цвета в правильной последовательности, которая показана на экране. Чем дольше вы будете нажимать, тем дольше... тем это время будет опускаться банза. Если вы неправильно нажимаете, то банза будет опускаться все еще. И вас... скажите, что он меня гнидит. Гнидит, скажите, что он меня... И мостик упал. Good luck. Удача. С таким-то говном удача никакая не поможет, честно, подписчики. И ты еще, гнида, пожелай мне good luck. И с электричеством шибану гнида. Тебе тоже, кстати. И, бля, а чё он ко мне опускается, ебать? Бля, чё он ко мне опускается? Ты, гнида, чё ты ко мне опускаешься? Ну, я понял, что ты меня сожрать хочешь. Что ты приказала эта тварь. Green, red, blue. А такими же руками нажимаю. Green, red, blue, green. Green, red, blue, green. Рэд. Убивался от себя. Снова грин начинает. О, то же самое вообще. Теперь не то же самое. Грин. Рэд. Грин. Пошел на жопу, да, не туда. Грин. Рэд. Green. Это вот сейчас погиб. На ободе. Нет тела, короче, какого-то у тебя. Ну то, что у меня дела сейчас были, то что. Не то. И не смотрел никуда. Просто родители пришли с магазина. Ну, грин, что? Только не говори, что это первый раунд. Green, red. Green, red, red. Green, red, red, red. Green, red, red. Violet. Нет. Green, red, red, red. Быстрее, быстрее. Где Violet? Сука, где Violet? Violet, давай! Round 3. Violet. Orange? Вот orange. Прям новые самые тут цвета. Orange, Violet. Ну, реально новые. Что yellow не было. Это уже не новые. Блин, а где оранж? Где оранж, гниды? Оранж. Yellow. Green. Пошел в жопу. Оранж. Violet. Yellow. Green. Red. Orange. Violet. Yellow. Green. Red.
White. Blue. Легко. Blue. Jay. Паш, легко. Blue. Jay. Here. Here. Blue, J, Hair, J. Что какое-то говно? Blue, J, Hair, J. Хуйня какая-то. И Вайлет. Если, блин, я там столбу нажму на эту кнопку, ну, специально. Все, вот. Игрушка кончилась. Я прошел с первого раза, считайте, что она сломалась. На тот момент просто подписчики. Я же ушел, поэтому не считайте, что я проиграл. Поэтому с первого раза, ладно, ну да, можете посчитать со второго. Все равно. Я сегодня пройду только, не знаю, сколько. Take it. Давай. Выпусти меня, сука. Чка. А, что? Мама was home. Вот. Уже бон за кисик и две мамочка. It's okay, though. Mommy knows сучка. Где-то вентиляция. Я так ненавижу все равно вентиляцию. А вот она. Ша, как и многие другие блогеры, ненавижу тупорылые вентиляции. Ну, и сучку маму делаю, конечно. Она пока что с банзой разбирается. И не сможет ему противостоять, как я помню. Это легко, легкая очень игра. Очень легкое задание. Нам же тут статуэтку нужно подобрать. Бери, да, статуэточку, молодец. Нет, не подобрал. Трудно, в кавычках. На самом деле, реально очень легкая игрушка. Но именно это после банзабан, именно эта часть. Это давай, подбери ты хоть сейчас с статуэточкой. А что ты не схватываешь? Что ты не схватываешь? А, я недостаточно потянул. Теперь вроде ровно. Тоже тут. Теперь точно все правильно. Давай, иди-ка ты ко мне. Будем играть наедине. Прямо на меня упадет стрелочка. Ты чё? Как всё у нас слабо ещё. Теперь самое качественное. Точнее, легкая. Теперь самое легкое. Привести его. Ну, хотя нет.
Это наоборот, самое даже трудное. Это самое трудное, что есть только в этом месте. Что в этом месте самое трудное, это довести эту хреновую довести. Это самое трудное, что вообще есть. Ну, именно на маленькой, на этой, в этой части, в этой комнате. Фабриковой комнате. Ну, все равно, блин, мы уже все завезли, фактически, если говорить. Если фактически так говорить, то все, вообще мы отлично сделали уже. Подписчики. Теперь нужно его нам с помощью него брона убрать. Не дрона, если что, брона именно. Брон, вы знаете, кто такой брон? Не дрон. Не брон не из бомбана, брон. Ну, не сочный. А чё он жёлтый? Он жёлтый, вы заметили? Да, молодец. Он мне нужен, дайте мне брона. Нет, сейчас лифт может упасть, надеюсь не упадёт, то есть. Здесь я помню, как так все надо делать. Так, ара. А, да, я все правильно делаю. Не работает уже. И вот, я сейчас выхожу на Game Station. Страшно. Орел, страшно. Страшно, опасно, ужасно. Тут эти слова определенно похожи. Ну, как малышка постаралась дверку закрыть. А продолжу я в следующем видео. На этом пока что всем пока.